Давай, давай. Короче, народ, есть вот такое наличие. А дом на колёсах. А? А, way to start, окей. А, как видите, у него выезжает раз стенка, два стенка. Козырьки есть, три штуки козырька. О, дизелё. Ох, дизелёчек. В общем, наличие продается. Сзади есть камера. 2007 год. Оригинальный ценник у него под 100 тысяч долларов. Под 100 тысяч долларов у этого красавчика. А вот эта стенка тоже выезжает. А вот эта стенка тоже выезжает. И внутри становится больше места. У него пробега практически нет. Резина у него новая. Новая резина. У него есть очень много ниш. Вот таких огромных ниш. Со стульчиками. Вот это все с аукциона так и приехало. А здесь баллон газовый. Здесь туалет. Здесь есть... Здесь сливать воду, заливать воду, в общем. Также здесь душ есть на улице. Сливать канализацию здесь. Здесь аккумулятор, я не знаю зачем. Здесь есть огромный провод вот такой. Давным-давно его никто не подключал. Его надо почистить будет. В общем, это подключаться от внешней розетки. Что у него еще есть? У него есть печка внутри. Shower house. Мне кажется, это... А, нет, это не вытяжка. А в нем стиралки есть тоже. Вон там две стиралочки. Стиралка и сушка. И... Короче, покажу. Так, дальше. Так, здесь закрыто. Камеры у него везде по кругу есть. У этого дома на колесах. Он очень большой, очень огромный. Побольше Икаруса будет, честно вам признаюсь. Кто ездил на Икарусе, ну вот это что-то побольше, повыше. Ну, дом такой солидный. Так, здесь еще... Ну, а ниши идут, ниши вот эти для сумок, да? Какая-то дама здесь ехала. Они идут на вылет, прямо на ту сторону, как можете видеть. Здесь очень много розеток. Не знаю, вот это так все приехало с ним. Какая-то дама ездила. Это ее шляпа осталась. Там свет есть внутри даже. Можно включать, если хочешь, если надо. Так, это экстра, это пылесос, пылесосит центральный пылесос для антенны, для телевизора. Это экстра дизель заливать, чтобы у тебя был на всякий случай. Здесь у него все аккумуляторы стоят. И здесь... Честно, я не знаю, это, мне кажется, печка, если я не ошибаюсь, для него. Сзади мотор, трансмиссия, проверять масло, левел. На крышу подниматься можно. Можно тащить за собой прицеп еще. Это радиаторный бачок. Это все так приехало с аукциона. Какой мотор тут? Cummins. 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 А объем какой? Там я не вижу. Посмотри, какой объем. Please. В общем, дизельный. Дизельный Cummins. Cummins — это самый крутой мотор.
никто не знал. В общем, ступеньки. Выезжают, заезжают. Двери открыл, они заехали. Двери открыл, они выехали. Двойные двери. Первые двери от комаров и для продува. Вторые двери уже закрываться как бы на зиму. Посмотри, плиз. Дуйка дует, здесь так тепло. В общем, здесь что у нас находится? Это у нас плиточка. Плиточку стелили. Да, раскладывай его, открывай. Что тут еще у него есть интересного? Много чего интересного. Вот это все выезжает, в общем, вот эти стенки. Одна, вторая. Сейчас посмотрите, как это. Так, вот пробег его. Оригинальный. Кажется, да? Это же он. 2000. Вот это пробег, во! 2300... 21. Нет, что-то неправильно. А ну-ка. Таня. Тридцать восемь тысяч миль всего. Для вот 38 391. В общем, это вообще для Каменца ноль считается. Ноль. Здесь есть вот такой магнитола. Магнитола. И шкафчики есть. Это все осталось от предыдущих хозяев. На гидравлике. Вот такой огромнейший телевизор Samsung. Есть. Здесь DVD-плеер. Это все идет с этим автобусом. Много разных ниш. Очень много. Да я не знаю. Там может даже где-то деньги запрятаны. Уже достали. Ну, в общем, может, если вы найдете там, я не знаю, где-то зоночка какая-то еще будет. Колонки есть в потолке. Так, вот это тоже шло все в наборе с этим автобусом, домом на колесах. Целая пачка отверток. Да перестань, это все идет с автобусом, его. Так, ниши разные. Генератор заведем? Давай, заводи. Видите, генератор заведи. В общем, что тут есть у нас? Есть вот такая микроволновка. В ней даже никто ничего ни разу не грел. Чистейшая просто. Может, один раз кто-то какие-то блинчики подогрели. Здесь плитка. Газовая плитка. Батарейка. Ну, пускай чуть возьмет. Потом откроет. И оно село. В общем... мойка. Две мойки даже. Раз мойка. Два мойка. Включи, включи, пожалуйста, свет. Печеньки остались. Тоже твои прям. 4 бакса за них кто-то он заплатил. 71 цент. Водичка осталась. Розетка там, да, понятное дело. Так, тут еще одна колонка. Вот это все так. Вино пили они, как видно, предыдущие хозяева. Крышка от вина осталась. Так, а здесь какая-то такая маленькая. Это... Непонятно, что. В общем, вот такие ниши. Ничего тут нету. Диваны. Диваны. Диван этот классный, не затертый, его пропылесосить надо. Этот диван вообще как будто никто на нем не сидел. На этом диване. Но он раскладывается в кровать. Когда стенка разъезжается, он раскладывается в кровать. Здесь два человека могут спать на нем. Тут 4 слайдера. 4 слайдера? Угу. Тут одна и там. И там, да. Угу. Ну, с улицы я это тут показываю. Тут стоит кровать, ой, стол. Угу. А тут диван. Это стол для еды. Ага. А это что за провода? На газу и на... Это электрика для стола. Ага, окей, для стола электрика. На газу и на электрике. Он работает, да? Угу. На газу и на электрике работает холодильник, пожалуйста. Морозилка, ледница есть. Пускай заряжается. Так, здесь еще какие-то ниши есть. Там подсветочка еще вижу есть. Вытяжка есть? Вытяжка есть. Вытяжка, и тут вот вытяжка. И там вытяжка сверху. Окей. Тут
получается. Ремонт убил, но его не доделал. Видишь, обои содрали. А здесь, в общем, кто-то содрал обои, хотел клеить новые обои, но оставил недоделанным. Все в интервью сделано. Оранжевый интервью. Да. В общем, на зиму его приготовили. Здесь душек. Гранит. Вот такой красивенький. Оля. Моечка. Палец, столик с веточкой. Там дуйка от тепла дует. Угу. Так, ну эта дверь закрывается, получается. Эта дверь вот так, она здесь как-то зашокнута. Не, вниз надо. Вот. Ага. Она закрывается, это типа для мастер-бедрума все тут. Ты спишь тут, и никто тебя не видит. И здесь, кажется, есть... Она была, дверь ее убрали, чтобы она не мешала. А, двери здесь ты нет. Ты неудобно, когда открываешь? А, двери нет. А здесь там что? Машина стиральная. Нет, давай я тебя побачу, что тут. Толчок. Так, здесь толчок. Вот так он выглядит. Прямо с бумагами толчок к нам приехал. В общем, продается все как есть. Все в оригинале продается. Так, здесь такой пульт управления. Да, зарядка. Вот, открывать стены, открывать... Тенк, сколько воды проверять. Water pump включать, чтобы варила воду. Вот и генератор заводить. Генератор есть стационарный тоже, чисто для того, чтобы тепло было. Тут сзади движок. Да, здесь двигатель, впереди генератор. Температуру выставлять. Давай. Постарайся, уж постарайся. Так, что тут у нас еще есть? Ну, здесь тоже вот эта стенка выезжает, как вы видите. И вот эта стенка выезжает. Спальня просто становится огроменная. Здесь можно матрас поставить, как видите, еще больше. Раз, два. Можно сделать пошире. Там шкаф есть. И вот здесь, в этом шкаф для вещей, а вот в этих шухлядках там стоит стиралка и сушка. Телебачение также есть. В общем, сейчас откроем стены и вам дальше все покажем. Так, здесь вот когда ты сидишь, да, типа вот, вот ты едешь, да, в кресле. Тебе кресло, кстати, классное. Крутится, когда запарковался, да. Крутится кресло классное. Здесь есть кнопки для света, для подножки. Здесь вот сейчас мы сядем. Вот. И вот такая подножка выходит для того пассажира, который сидит здесь. На ней не выходит, потому что батарея дохнет. Да. И вот там есть еще розетки такие. Вот полностью пол закрывает. Вот видите, как оно делает. Все. И ты тут себя чисто кайфуешь вот так. Здесь есть подсветка. Так, честно, не знаю, для чего она. Тут еще очень много кнопок. Step light. Это с той стороны, с улицы. А, на улице? Это вот это. Ага, это вот эта кнопка. Тут вот едешь, можешь... Step color. Едешь, ну и можешь, смотри. DVD-шка? Да. Телефон ставил сюда и смотришь. Думаешь? Да, я здесь ехал, смотрел. Серьезно? Угу, все через телефон. Работает, окей. А, вот же ты подключил. Окей, как он себя ведет на дороге, вот ты проехал? Вкопанный. Да? Телек работает этот? Да. Сейчас он включится, потому что... Так, здесь как-то они, мне кажется, автоматически должны... Кто? Открываться. Это вот, это шейд называется. А ну-ка. Жавый шейд, вот это когда солнце тебе бьет. На ночь, да? Ну, или на ночь уходи. А, полностью. Окей. Вот на ночь, которые, вот видите, они полностью закрываются, вот они идут. Пас. Полностью закрыл, чтобы тебе не видно было. Ага. Круто. Хорошо. О, сигнал какой классный. А для водителя есть, в общем, кнопочки. Именно кресло, чтобы поднимать, опускать, управлять. Вперед, назад, спинка, это для спинки, ложить ее вниз, вверх. Так, стеночка у нас выезжает. Здесь у нас стеночки тоже выезжают, обе. И сейчас пойдем с вами вовнутрь смотреть.
Это спальня, а тут впереди кухня. Так, и еще одна должна выехать. Сейчас он еще одну откроет. Так, по поводу подножки. Двери открываешь, подножка выходит, и ты заходишь. Двери закрываешь, и подножки, блин, не видно. Она заходит, закрывается. Вот так столько места здесь стало. Намного больше, чем было. Здесь можно реально теперь в футбол играть, да, Боб? А, вот эти еще два кресла разворачиваются. Да, в общем. И вот она, спальненька. Тоже стенка эта уже выехала на улицу тоже. Здесь стало намного больше места. Так, свет здесь где включается у нас? А, там, наверное. О, вот он, свет. И вот еще один исключатель. Может, лампочка перегорела. В общем, вентилятор тут тоже уже лупит. Здесь складывать вещи. Шкаф. Зеркало. Здесь не знаю, что за ящик. Тоже каких-то новых кнопок разных. А видишь, это что, что надо менять? Так, а вот здесь вот. Здесь вот стиралка. Одна и все вместе, да. И сушка, и стиралка. Вот, ну в ней почти никто не стирал ни разу. Походу. А не, что-то все-таки стирали. Так, а здесь у нас что? В общем, вот такой телек тут. Вот такой дом на колесах. Кому интересно, ребят, дайте знать. Отправим вам. Или по Америке, если кому-то надо. Здесь еще такая ниша есть. Дополнительно. Здесь можно забабахать огромнейший матрас и закинуть сюда. Да, чтобы больше места было. Матрас почему-то не оригинальный здесь. Здесь должен быть больше матрас. Оригинальный они, походу, забрали, а продались вот этим. Вот. Он все тоже на генераторе, наверное. А, нет, тут надо включить его. Подожди. Нет, это не у нас. Генератор, а ну-ка включи. Нет, так, там камеры. Ну, это задняя камера, куда даешь, назад. Тут надо включить. Нет, это не на где ж еду, и воно воно робило. Ты что? Это генератор заводит. Не, на ДВ. Тут а. Прихит, а это вверх. О, генератор. Не знаю, слышно вам, не слышно, генератор завелся. В общем, микроволновка на генераторе. Здесь что, потопление на вот это, кондиционер, то есть на генераторе. Я имею в виду кондиционер, отопление на газу, да. Плиточка, ни одной разбитой плитки нету. Все в идеале. Все четко, пробега всего 30 там чем-то миль. В общем, ценник, ребята, просим $70,000. У дилера такой. Около 100 тысяч стоит. Около 100 тысяч долларов. Мы просим 70. Торг есть тоже. Включил? Сейчас, секунду. Торг есть, народ. Вот такая дверь. Что там, а ну-ка. Так, дверь я закрою. Открой, то есть. Так, вниз нажимаешь и слайдаешь. Здесь похоже, вот это была оригинальная. А они взяли, блин, им цвет почему-то не понравился. Она красивая, мне больше она внутренняя нравится. Они взяли, наклеили, в общем, вот такую наверх. Зачем-то вот. Ее теперь придется просто снять и перенаклеить другую. Вот, кто-то оборвал. Внутренняя была намного красивее, чем вот это. В общем, пишите, звоните. 70 штук, и он ваш. Всем на связи, с вами был Десант Транспорт, я Виталик. И Вова! Вова, поприветствуй всем. Я вас приветствую.
Да. Прошла. В общем, народ, просим за него $70,000. Торг есть. Кому интересно, пишите, звоните. Отправим вам. Или можете приехать прямо сюда к нам. Если кто-то с Америки, если надо на экспорт, то отправим. Всем на связи. Пока-пока.